Всем привет! От выбора качественной клавиатуры во многом зависит ваш комфорт, как при выполнении повседневных офисных задач, так и в играх. Эта яркая и функциональная механическая клавиатура Skylung GK87 Pro Lite, она выполнена на розовых свечах, у нее много своих интересных фишек, hot swap, есть заводская шумка, смазанные механические переключатели и стильные металлические накладки. К тому же есть программируемый LCD-экран и клавиши, ну и конечно же есть RGB-подсветка. Клавиатура может работать как в проводном, так и беспроводном варианте. Подключение возможно через кабель USB Type-C, Bluetooth 5.0 и радиоканал. За счет этого клавиатуру можно подключить к любому мобильному устройству, в том числе и смарт-телевизору. Емкость встроенной батареи составляет 3600 мАч, что позволит ее использовать длительное время без подзарядки. В комплекте есть руководство пользователя, оно довольно-таки лаконичное, на двух сторонах одно и то же, только на различных языках. Рекомендую к изучению, так как в основном оно наполнено описанием комбинаций клавиш. Есть пластиковая защита, которая предотвратит попадание пыли и различных мелких деталей на клавиатуру. Компактный переходник с USB на Type-C. При проводном подключении используется кабель стандарта USB Type-C. При беспроводном подключении клавиатуры используется радиопередатчик. Он умещается в боковой части клавиатуры и впоследствии накрывается декоративной накладкой. В базовом исполнении пробел разделен на две части, но в комплекте есть пробел единой клавиши, а также стабилизатор под него. Клавиатура выполнена на розовых механических переключателях. В комплекте производитель положил три запасных. Комплектный пуллер для снятия кейкапов и свечей весьма удобный, и с ним с легкостью вы сможете сделать кастомизацию своей клавиатуры. Клавиши выполнены по принципу двойного литья, символы с таких колпачков будет невозможно стереть. И при использовании они сохраняют прекрасный внешний вид неограниченное время. На случай, если вы захотите поменять внешний вид клавиатуры, в комплекте есть дополнительные клавиши другого цвета. Клавиатура очень яркая и стильная, на мой взгляд, она станет украшением вашего рабочего места, если вы, конечно же, не любите все серое и черное, как в офисе. У нее есть настраиваемый экран размерностью 1,14 дюйма с разрешением 135 на 240 точек на дюйм, а также удобный регулятор громкости. На задней стенке располагается выбор режима подключения, а также разъем для подключения Type-C. С нижней части клавиатуры располагаются ножки для регулировки ее по высоте. Вы можете выбрать один из двух вариантов, более удобный именно для вас. В комплекте есть яркие декоративные накладки, одна для приема передатчика, другая для задней стенки, где находится переключатель и разъем USB Type-C. Крепятся накладки на магните, и эти небольшие элементы, на мой взгляд, придают приятную индивидуальность. Для более тонкой настройки клавиатуры на официальном сайте производителя можно скачать фирменное приложение. В ней можно перенастроить клавиши, настроить макросы, подсветку, выбрать картинку или анимацию, которая будет отображаться на мини-экране. Все настройки производятся очень просто и интуитивно понятно, несмотря на то, что русского языка нет. Есть только китайский и английский. На данный экранчик можно вывести параметры, либо установить динамичную или статичную картинку. Есть множество различных вариантов подсветки, ее можно настроить по яркости, либо вовсе выключить. Подводя итог, хочу отметить, что это очень интересная и качественная механическая клавиатура, которая выполнена на тихих свечах и к тому же с хорошим функционалом. Итоговое решение, конечно же, остается за вами. Напишите в комментарии, как вам эта клавиатура. Ну а на сегодня это все. Пока!